И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все также с модом Expansion Core. Все на том же самом сервере. В общем, кстати, давай спасибочки-то переключу. Так вот, на сразу же на нейтралочку пригодится. В общем, прошло немало времени с последней серии. И давайте по порядку. Хотелось бы сразу, конечно, начать с того, что все, кто играет на... Точнее, всем, кто играет на этом сервере, передать. Я не отвечаю в чат. Мне ни хрена не нужно. Нехрен меня доставать. На этом все. Это три пункта, из-за которых я... ненавижу всех, кто пытается писать в чат и так далее. Для этого есть ВКонтакте. Для этого есть Steam. Для этого есть YouTube-комментарии. Нехрен меня доставать. Вы, блин, меня бесите, когда мне начинаете писать в чат, лезть перед носом. Нахрена вы это делаете, блин? Нахрена нужно лезть своим носом туда, где я нахожусь? И тем самым только перебивать желание снимать. Я нахрен снимать не буду. Если вы так сильно это желаете. Потому что мне это надоедает очень сильно, когда вы тут лазите, оставляете своих животных. Мне ни хрена не надо. И я не пишу в чат никому. Мне это нахрен не нужно. Я это, блядь, уже говорил сотню раз. Ну, сотню, не сотню, но с десяток раз я это уже говорил. В менее грубой форме, но говорил. В общем, суть в чем. Притомил я Мишку. Шарил. В общем, был рестарт. Понятное дело, Мишка задеспанился. Притомил вот такую Мишку. Женский пол. Была 80-го левела. Кстати, розовая. Это, конечно, очень даже прикольно. Вот. Не качал ничего. Как бы все как есть. Седло обычное пока что. И получается, вкачиваю, урон я качал, господи, я чисто вроде бы урон такой качал, может немножечко здоровья, очень сильно расстроил Мишаня, вы не поверите, насколько сильно, я прям в шоке от того, насколько Мишаня здесь очень не очень оказался. Кстати, да, я мостик доделал до конца. 359 536. Да у меня обычный медведь это больше дамажили, чем альфа. Это альфа медведь! Это альфа медведь! Это просто кошмар. Я в Expansion Core расстроился. Я очень сильно расстроился в Expansion Core. Да, я понимаю, там может дамаг, может еще что. Но я очень сильно расстроился. Допустим, взять того же самого Богомола. Где жертва? 879. 1671. Да, я понимаю, это с оружием. И дамаг больше. И как бы убрав оружие, мы получаем дамаг, допустим, был 1600, да, стал просто 600. Не, ну, понимаете? Это ж, блин, это ж Мишаня! Это ж Мишаня, который просто адово должен дамажить. Но нет. Одеваешь богомолу мечи, и он дамажит сраного как сильнее. В два раза, короче. Это, конечно, очень меня сильно расстроило. Поэтому я, если честно, не вижу смысла томить большого левела Мишаня. Я не понимаю, из-за чего. Не, я, возможно, если я встречу большого левела Мишаня, я все-таки притомлю там 140 плюс левела я встречу. Я все-таки притомлю, чтобы точно удостовериться. Но я очень сильно расстроился в этом плане. Дальше, как я томил? Это был ад, короче. Во-первых, я себе улучшил вот эту вот Electric Prod до синего. И если я сам ударяю, то... Ох, не соврать бы. Где-то 1005, короче, дамажит.
торпором, и все нормально. Но стоит дать этот Electric Prod богомолу в руки. Во-первых, это выглядит просто как джедай с двумя мечами. А во-вторых, когда Мишаню, на Мишаню накидывал торпор, торпор там было где-то 40 с лишним тысяч, что-то 42, 43, короче, тысячи, точно не помню. Просто подхожу так, чпокс, и так, блин, и спать. И так, чё? Вот примерно вот как сейчас богомол сделал, вот такое у меня было движение, что-то типа того. И такой, да ну нафиг, просто с ваншота, чпок, и спать. Ёб твою шнарю, думаю, вот это я мучился. Ну, кстати, да, я с богомолом туда летел, все как на прошлом видео, да, все точно так же заморочено. Кстати, делал транквил пики, я их не тестил, может они по басяве, но я их не тестил, у меня их две, на 430 урона и 412 урона. Ну, как бы, не тестил и не тестил, я вот этот Electric Prod затестил, и оказалось, его было достаточно. Я хотел потестить, но после того, как я ваншотнул и накинул торпор, этого было вполне предостаточно. Но не все, так сказать, так легко и просто. Кстати, я хотел все посмотреть Ex-Girlfriend Wall, в общем, настенный сейф. Он немного что-то стоит, я даже не помню, создается. Он вообще тупо в инвентаре. Вот, 25 металла, 25 полимер, 15 кожи. Смотрите, в чем прикол. 600. Я не знаю, в чем прикол. Напишите, может, какой-то в них косяк, я не знаю. Но 600 за 25 металлов, 15 полимер, 25 полимера и 15 кожи. Вот это вот. Кстати, у меня прикол. Вот так подходишь, так, чик, открылся. То есть я ничего не делаю, я просто подхожу, она открывается. Такая же фигня. Экс-гёрлфренд, все дела, короче. И вот эта вот шкатулочка. Такая же фигня на 600. Причем их можно переносить и так далее. Напишите, в чем прикол. И, кстати, да, я показывал, не показывал, не знаю. В общем, здесь у меня все аккуратненько, все разложено, все чинно и благородно. Так что все замечательно. А, я вроде бы это показывал уже еще в прошлой серии. Просто реально, в прошлой серии уже давно снимал. И после вот этих стримов я как-то очень сильно заморочился. Спасибо за подсказки, которые вы пишете мне по моду в комментариях. Это очень сильно мне помогает. Вот, ну, напишите, что за Ex-Girlfriend. Я понимаю, что это мод дополнительный, но очень даже интересно. Также мне подсказали... А, еще я, получается, изучил абсолютно все, что я мог изучить на данный момент. Абсолютно все изучил. И еще 1300 энграмм осталось. Здорово! Вот, я думал, не хватит. Я думал, на крайняк у меня там есть тоник, так что если еще амнезия, я захаву. А нет, нифига, если только я захочу скидывать статы. Но учитывая, что я видел 170 плюсов здесь игроков, то я думаю, мне в этом смысла нету. Все это дело сбрасывать. Но там будет видно. А также спасибо за подсказку. Блин, я честно не помню. Не помню, я не пытался. Если не ошибаюсь, Личкин мне подсказал. О просто кайфовом торпор средстве. Постройки. Нет, где же ты, где же ты, где оружие? Ой, не здесь. Боеприпасы. Есть Fire Arrow, улучшенный транквил дротик, я не знаю, но я думаю, это обычный транквил дротик. Но есть вот такая вот композит Poison Arrow. 3 седатив, 2 цементные пасты и металлическая стрела. Не знаю, что да как, но он написал, что торпор накидывает миллион. Собственно, что мы сегодня и будем делать? Мы сегодня будем делать это композитный лук. Во-первых, а во-вторых, будем его улучшать. Композитный лук, нам требует на него полимер. И это все, что я помню, что на него требуется. В общем, обязательно сегодня, так сказать, задел на день. Это... Вот это вот. Слиток металла и цементная паста. Задел сегодня на день, это...
затестить стрелы. И вообще в целом все топорные вот эти вот средства, которые мы и имеем. В натуре, что ли, у меня цементной пасты жопа. Ёб твою ж налево. Ну ладно. Посмотрим, может хватит. У меня, оказывается, не только с полимером проблема, у меня еще и с цементной пастой проблема. Так, стоп. Господи, куда я залез? Оружие. Простой. И пошел ты в жопу. В общем, сегодня будем все это тестить. Хотел все это делать не на запись, побегать, поубивать, повыбивать, но решил все-таки, во-первых, рассказать про все вот это вот, то, как я томил. Да, Tranquil Peak надо будет тоже затестить. Я, собственно, сейчас что собираюсь делать? Я беру себе Богомола, беру себе Кицаля. Кстати, что там у тебя? Слотах-то там пустенький, отлично, у тебя такое мясо. Беру себе Богомола, беру себе Кицаля и лечу в зиму. Выбивать с пингвинов, ну а там уже по ходу дела что-нибудь придумаем, что-нибудь посмотрим, что-нибудь глядишь и глянем. Tranquil Peak я беру, чтобы потестить, если что, на них, у них торпор, и, наверное, возьму седатив, на всякий случай, наркотик. Седатив возьму. Так, требуется 3. Ой, в общем, я могу парочку взять без зазарения совести. И если в чё, я кого-нибудь, да, притомлю. Ну, вдруг, на всякий случай, всякое бывает, как говорится. Вот, поэтому, как, блин, всё забываешь, что она автоматическая, зараза. Вот, и как бы посмотрим, что да как да где. Поехали. Прилетел я на своё любимое место. Всё-таки я буду теперь всегда здесь строиться. Это... Нет, больше нигде строиться не буду. Здесь реально, здесь кайф, здесь все под рукой. Пример сраного туча под рукой. Мясо под рукой. Рыба под рукой. Все под рукой. Все, что нужно, все под рукой. Зима под рукой. Пещеры под рукой. Все просто здорово. Все нужные динозавры под рукой. Нужно что-то мне из зимы. Пожалуйста, перелетел через водопад немного. И вот они все нужные, не из зимы. Это все под рукой. Все-таки это самое лучшее место. Лично для меня это уж точно. Ну так вот. Секунду. Ну так вот. Так, решила, короче, все-таки летать немножечко, так будет получше. В общем, захожу за угол, можно так сказать, что-то побегал, поубивал. Захожу за угол, еще даже не успел затестить, есть ли разница убивать, точнее добывать полимер мечом с руки, либо мечом с богомолом. И вижу, в общем, такую картину. Бегает Red Tribe и месит всех чертям собачьим. Ну, думаю, ну что, нормально. Мне это просто то, что, собственно, и нужно, я бы так сказал, в кавычках. Именно там, где мне нужно. И, в общем, не знаю, что делать, но, понятное дело, Red Tribe я сделать ничего не смогу. Вот они, трупы. Трупы. Там что-то трупов пока что не видно. Вот, здесь вот... А, черт побери. Вывалился из гнезда. Там пару трупов, там пару трупов, и, в общем, даже... Ёб твою ж налево, он просто к Red Tribe полетел. Я ненавижу этих кицалей. Я их реально ненавижу. Мне в прошлом сезоне тоже кицаль полетел на смерть несущий. Ну, благо, он сейчас там на нейтрале стоит, и если что, сдамажит, он улетит. И мне повезло, что Red Tribe туда убежал. Он там. Он прям только что туда убежал. Это мне повезло. Ну, любят они, короче, смертники долбанные лететь там, где все фигово и их завалят. Ну, а с другой стороны, я сам туда собирался лететь, и как бы... Потому что здесь пингвинчики должны бегать. В общем, с этими Red Tribe'ами надо что-то решать. Ой, я просто богомол прилетел. С этими трайбами надо что-то решать и уже шапочки начинать делать, я думаю. Но для этого нужно убивать богомолов. Вот. Каких богомолов, господи. Альфачей в большом количестве, чтобы у меня был черный жемчуг.
А пока что обычно в этом и... Точнее, у меня обычно в этом и заключается проблема, то, что я очень мало играю и так далее. Собственно, из-за чего я и хочу сделать, объединить общий сезон и стрим-сезон, и такой сезон в один. И, кстати, давайте сразу уж проверим. Допустим, 60 полимером. Так, и... Тихо, не то. 40 полимер. Понятно. В общем, в целом разницы я никакой не вижу. Но это добыча мечом. Давайте проверим, как будет добывать, если просто богомолом. У богомола добыча 2 звезды, у меча добыча 3 звезды на полимер. И, если честно, очень мало добывает. Я не ожидал, что будет настолько мало. А, вот он, Кайруру появился. Так, валим его. А, подожди. А, вот. Ну, также 40 и оказалось. В общем, все-таки богомол с мечами добывает. Ну, короче, одинаково все. Все одинаково плохо. И полимера все одинаково очень даже мало. Вот. Ну, что поделать. Самое лучшее все-таки добыча полимера это идет с богомолов. И я сейчас немного здесь побегаю, так как все-таки здесь ретрайбы находятся, то это чутка небезопасно. Так что я думаю, что лучше вернуться туда. И, то есть обратно. И уже там побегать, поубивать, повыбивать с богомолов. Потому что, видите, вот они, ретрайбы, они уже под рукой, и да, все-таки лучше тут обратно вернуться. Да. Ну, такие вот дела. Как-то все очень, очень даже не очень. А, еще хотел сказать. Вау, это что был за звук такой? Твою мать! Ты где? Нифига себе, спрыгнул беспредельщик. Ты чё, на автоатаку, что ли, включился? На агрессию, да, он, что ли, включился? Сам, так, ты у нас нейтрал. А какого фига ты тогда атакуешь? Ну да, вот он, агрессивный, бешеный полтергейст. В общем, и полимера в итоге нифига не добыл, только зараспрыгнул. Что я хотел сказать? У меня здесь один умник написал. Привет! Можем поговорить? Это так, я хотел начинать запись. Я хотел даже сегодня не записывать. Я ненавижу, когда ко мне подходят. И меня просто это сбивает с мысли, когда я начинаю... Я просто сейчас трупы ищу, куда он их засунул. Вот, вон он вроде бы. Нет, это трава. И... Суть в чем? Я для общения запускаю стримы. Какого хрена вы на стримах не общаетесь? Ведь через день стримлю, и даже те, у кого нет возможности прийти, допустим, во вторник, у вас будет в четверг, либо в субботу. Чё за фигня? Нафига вы просто мозг выносите этой всей глупостью своей? Давай пообщаемся. Это глупо. Это очень глупо, так как я, как я уже сказал, я запускаю стримы для того, чтобы мы могли общаться. 50 левел. Вот. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я смогу выжить, если я начну богомола валить? Кстати, да, писали то, что альфа-носорогов можно томить с руки. Честно, даже рисковать не собираюсь, пока у меня не будут шапки эти долбанные на то, чтобы томить с руки. Как вы думаете, я выживу? Не, я не выживу. У меня у богомола всего 4000 кп, и я очкую. Я хочу альфа-богомола томить, ну и все в баню. Может, лишь так альфа-богомола найду. В общем, погнал я. Ну все, нафиг, это место. Кстати, пока летим. Я уверен на 100%, кто-нибудь напишет в комментариях. Вот! Хватит бомбить! И все в таком духе. На что я тебе отвечу. И нахрен, и если вы это напишете в комментариях, я буду вас банить. Я такой человек, я плохой человек, короче, да, я не спорю, как бы. И если вы эту хрень будете писать, я вас буду банить. Потому что это мои видосы. Что хочу, то и делаю. Это ваши проблемы, что вы их смотрите. И это ваши проблемы, что они вам по каким-то причинам нравятся. Вот, если что-то не устраивает, идите нахрен. У меня такая политика. Вот.
И я не занимаюсь, да, я уже это сколько раз говорил, я не занимаюсь идиотизмом, я не собираюсь там всем хейтерам вылизывать жопу, только чтобы у меня был просмотр, или там лайк, дизлайк, мне на это насрать, как я уже сказал. Я делаю для себя, и все, что я снимаю, это я делаю для себя. Вот, и... А, вот он сюда, походу, дело переехал, админ-то. Ну, судя по вот этим всем постройкам. Прикольно. Вот. Ну, а самое главное, удобно. Здесь все под рукой. Вот. И, собственно, если что-то не устраивает, идите нахрен. Грубо, но правда. А еще из-за чего все вот это вот бомбление идет, потому что я не снимал полторы недели. И вот это все так по-жесткому прям накопилось за вот эти полторы недели, вот весь идиотизм, который вот это я сегодня порассказывал, он так прям жестко прям накопился, что просто кобзда. А еще вот это, когда в чат пишут, меня это отвлекает, я начинаю читать и так далее. Я даже по-английски это чат читаю. И если вы знаете, как отключить чат, вообще убрать чат, я буду вам очень сильно благодарен, так как все команды здесь вводятся через консоль, а вот чат я бы не отказался вообще выключить и все. Было бы очень даже здорово. Мне чат ни к чему. И он сильно меня отвлекает. Вот, поэтому если знаете, как решить данную проблему, я уже спрашивал раньше, поэтому может сейчас появилось решение, то я буду вам премного благодарен. Вот, ну а я там дальше искать богомольчиков, убивать, все дела, полимер, ого, все хорошо, тащить. Че, цементный пласт надо сраного фига, ох, кошмар. Ну что могу сказать, потеряла богомола, не нужно верить всем альфачам. Недалеко пробежал, примерно, вот видите, стега, да, и я был, например, вот, ну как, да, как тот стега на расстоянии от него, ну может чуть поближе. И он на меня сагрился. Ну, понятное дело, добежать я успел только до воды. Вроде бы в воду-то и прыгнул. Но я умер от того, то, что альфач дамажит этим. Я даже к нему не подходить на них собирался. Ну, так и так сдохну. Но, в общем, он сам на меня сагрился. Не знаю, почему он сагрился. Видать, они все-таки альфачи любят агриться, кроме трайков, как и все-таки писали. Если на тебе нет шлемака. В общем, суть в чем, да, богомол я потерял, я его как бы всего залутал, все, что у него было там в инвентаре, вот, и все скинул в кицале. Вот, и есть, конечно, идея сейчас просто на кошаке вернуться и завалить эту тварь, так как мне так и так нужно искать богомол, я думаю, лучше всего богомолом будет томить и так далее, да и в целом, хотя, по сути, какая разница, кошак он добывает полимер, так что можно и на кошаке побегать, а на крылек я могу и спрыгнуть с него и добыть мечом. Да, наверное, я буду бегать на нем, так как все равно мне сейчас нужно будет по джунглям бегать, а там здоровье точно не помешает. О, желтый луч у меня на острове. А нет, наверное, в воде. Да, на острове он, ну, там где-то, а там, наверное, в воде. Вот, в общем, ну, еще я странного туча убил этих, кстати, да, село, вот меч, все нормально. Этих убил акул, мегапитеков, о, мегапитеков, господи, этот, мегалодонов. А чё они за мной бежали, но я их всех и зарубал нафиг. В общем, о, нифига, какой прогресс пошел. Так быстро, жестко, прям даже необычно. Вот, в общем, богомольчика нету, ну, я как бы не расстраиваюсь. Ну, конечно, да, если бы я бы еще сам помер, меня бомбило бы жестко. Ну, а тут вроде бы и сам еще живой остался, так что на этом и хорошо. Ну, если найду богомол, то, конечно, я его притомлю, так что это не проблема. Так, на тебе, и все, еще месяца, короче, такого. Кушай, короче, мне не жалко. Вот, ну а что, я на кошаке, снова на кошаке, на своем. О, альфа, это альфач, да, вроде бы? Мне писали там про него, или обычный? А, нет, это обычный. Мне вот писали то, что альфа кицаль летает, короче, ну, не видите, как бы, у меня... все идет по графику.
Единственное, только когда я могу спросить, да, допустим, где летает, вот тогда мне это, значит, нужно. Там, или где бегает. Вот такие вот дела. Ну, в общем, че будет интересно, я опять включу. Либо кошака просрула, опять включусь. Ну, в общем, скоро включусь. Ну, я не знаю, короче, я решил это так дело не оставлять. Валить надо эту тварь, короче, конченую. Иди сюда, скотина тупорылая. Конечно, конечно, сразу нужно убивать. И вот нафиг, короче, таких тварей. Вот нафиг таких тварей. Тем более, вот, сапфирчик, вот, все замечательно. Сапфирчик сразу же мне достался. И хорошо. Фух, я тут пока набирался, я тут много чего. 23 черного жемчуга, супер. Мне осталось 23, 60 есть, от металла у меня осталось 17 всего-то. Здорово, здорово. И я сделаю тег-шлем, короче, который мне даст супер зрение. Я на это рассчитываю, что будет то, что... Я ни разу тег-броню не надевал. Поэтому... прикольно. Поэтому будем все это познавать вместе с вами. Ну, если вы тоже не надевали броню. Так, во-первых, так. Это ладно. Ты не можешь эти настойки хавать. Вот это печаль, короче. Ну, ладно. В общем, взял я... Кстати, биотоксин создается по 5 тоже из металла. Взял я средства от насекомых. Взял я рог червя смерти. На тот случай, если все-таки я найду какого богомола. Все-таки нужен. А, нужен мне богомол. Да, и было бы, конечно, неплохо. Альфа-богомола. Но там будет видно, что да когда где. Они просто спавнятся не очень часто. Это и мне и писали, это и я сам начал тоже, так сказать, замечать, когда, ну, когда все-таки бегаешь очень много в одном и том же месте, хоть волей-неволей начинаешь замечать, где, кто, как спавнится и так далее. Вот, поэтому как бы не сильно спавнится быстро. Но, честно, вот давно уже не бегал на... Блин, какие бешеные создания. Давно не бегал на кошаке. И, кстати, я же его не, так и не переименовал, да? А у меня так и же остался 145-й. Как же я его хотел назвать? Я не знаю. Я его хотел назвать Красной Угрозой, Редалер там. Потому что он реально первый. Твою мать, это богомольчик. Заспавнился. Это первый, который мне прям очень конкретно помогал во всем. 15-й. Какой там левел? 15-й. Господи, вы че вы такие все дрещевые-то? О, 115-й. Здорово. 115-й. Надо томить. Надо томить. Надо томить. Надо томить. Надо томить. Я тут, короче, увидел кое-что. Надо убить. Правильно, до. Ничего интересного. Ну-ка. Опять ничего интересного. Ну-ка. Да что ж такое-то? Мне бутыли на экспу надо. Вы обнаглели, что ли? Кстати, походу дела пофиксили. Стали меньше падать и так далее. Ёптель-моптель. Какой левел? 115-й. Блин, жить тебе придется. Тебе придется жить. Так, а ты какой? Да вы в натуре, что ли? Какого левела я звалю? Ладно, ладно. Разберемся. Там вроде 115 должно быть, да. Вот на фемел, 115. Так что нужно томить. Нужно без вариантов томить. Для этого использую насекомых и средства от насекомых. Ну, в общем, все как уже было. Стегозавр надо валить. Бесит они меня все уже. Где стиги после этого альфача долбаного. Ну, такие вот дела. Увидел Green Tribe и решил напасть, а тут стая. Да стой ты, блин, поворачивайся. Так, трицератопс, 115-й мантис. 50-й, ой, 105-й мантис. А ты у нас какой мантис?
20-й, 20-й, 105-й, ну, 105-й более-менее. Того 115-го найти не могу. Не знаю, в чем прикол, но найти не могу, короче. Думаю, ладно, что поделать. Так, ну-ка иди сюда. Green Trap, все дела, короче. В общем, блин, опять вывалился сундук из инвентаря. Бегу так потихонечку, я сейчас тут помирал. Помирал как, я уже не помню, из-за чего я слез. Ну, в общем, я слез... слез, наверное, залутаться, что-то типа того, в итоге сдох. На меня раптор напал. Ну, думаю, ладно, фиг с тобой, короче, что, сдох и сдох. Добежал обратно, и все хорошо. Благо у меня саблезуб стоит на нейтрале, так что без проблем. Обратно прибежал и какой-то хлам здесь валяется один только. О, Green Tribe, вот он ты где. Ну, тут уже поинтереснее. Яйцо компи, яйцо паразавра. Нормально, так вот только хлам выкинуть. А вот это вот, ну еще рано использовать. Вот так и вот так. Ну, здорово, чему бы и нет. Лучше, чем ничего. И что-то мне кажется, что мантисов всех повалили нафиг. А нет, я повалю, значит, всех. Так, завалил 20-й. Так, вот 100 и 105-й. А вот 115-й, слушай, это, походу, дело то же самое. Блин, нифига у меня перевес. А перевес у меня из-за органического полимера. Очень огромное количество органического полимера с них выбивается. Просто неимоверно огромное количество полимера с них выбивается, если уж честно. Вот, пожалуйста. Уже 1500, точнее 1810 полимера выбил. Это очень здорово, очень круто. И лучше всего полимер выбивать, конечно, с богомолов, если они есть. А еще у меня тут дофига кожи, по ходу дела. И именно она мне дает вес. Я не знаю. Ну-ка, давайте-ка глянем, что у нас тут вес дает. А, так нифига себе. Рог червя смерти, сколько он весит. Это, конечно, да. Даже кожа по сравнению не так уж и много весит. Ну и полимера, конечно, очень много. Вот такие вот дела. А сейчас надо вот это... Блин, Green Tribe надо бы завалить как-нибудь, потому что они мне чутка сейчас будут мешаться. Зауропода надо забрать. Потому что пригодится. Это тоже... О, тоже прикольно. С мантиса много чего интересного падает, но самое интересное это, пожалуй, шокеры. Так, все, больше ничего нету. Самое интересное это, пожалуй, шокеры, и их у меня два. Два шокера выбил. А, блин, вот кто меня бьет. Вот, и это даже очень прикольно. Вот, ну, а я, пожалуй, попробую все-таки притомить. Надо будет зачистить тут это хламье и попробовать притомить все-таки... этого там Трекс бегает. В общем, тут, короче, месиво еще то, а у меня перевес практически стопроцентный. Вот, в общем, нужно будет что-нибудь сейчас придумать, и все-таки мантиса надо притомить. Ну и я думаю, уже пойдем композитник делать. Так, цементную пасту я поставил делать, много ее поставил делать, так что я думаю, вся загвоздка именно в полимере пока что. Посмотрим. Ну я не могу жить без приключений. В общем, сейчас убил Альфа Мегалодона 40-го левела, из него единственное, что выпало, это сырая первосортная рыба. Прикиньте, я из-за этой твари чуть всего своего лута не лишился. В общем, суть в чем, перегрузился и решил поплыть обратно на базу. Ну, так как сеп на кошака у меня был перегруз, я не мог двигаться, я взял в себе... 10 тысяч кожи и решил, короче, ну типа, кошак будет за мной плыть. Ну хорошо, плывем, тут бах, меня убивает. Кое-как, короче, отбились, все дела, все хорошо, короче, пришлось за животные кицали прибежать. Но все очень даже оказалось намного веселее, нежели казалось на первый взгляд. В общем, кое-как, но слава богу, и на том все хорошо. В общем, без приключений я жить не могу, а все из-за того, что я увидел Апекса. Апекса опять я увидел. Я увидел на острове Апекса. И, конечно же, я хочу его залутать. Твою драное дерьмо, блядь. Не могу нормально ходить из-за этого конченного веса. Надо вес, короче, качать.
по-нормальному, и все уже. Я уже задолбался без веса бегать, это полный кобздюнь. Устал уже, ей-богу. Пытаешься что-то сделать, а ничего не получается, потому что у тебя тупо веса не хватает. Фу, ну, одно хорошо. Полимер дофига набил, это просто здорово. И сейчас пойду я уже, раз уж такая пьянка, то есть я могу спокойно пробежаться, то сейчас оставлю Кицаля здесь, только его включу на нейтралку, поставлю, о, агрессивный, ну агрессивный тоже попрет. Вот, и уже, хотя нет, давай все-таки на нейтралку тебя поставлю. И уже рванем, погнали, короче, до Апекса, глянем, что да как с ним. Да уж, снова Апекс у Раптора, и на этот раз у него 41 тысяча хп, нежели в прошлый раз. И, как мы помним, я тогда вывозил только за счет хилки. Поэтому нужно будет сейчас за ней вернуться. Потому что я хочу его завалить. Нужно срочно, короче, вернуться. Да уж, что-то я забылся про хилочку. Надо было сразу же вернуться. Ну ладно, зато Кицалю угоню на базу, а то он там тусуется на острове. И вернусь уже к Апексу. Кстати, рассказывал, я не рассказывал про эту апгрейд-станцию, но, в общем, новая апгрейд-станция делается из металла. И смотрите, что у нее бывает. А, ну здесь сейчас не написалось, у нее бывает в некоторые разы пишет типа 25% возврат. Не знаю, что это как-то, но, как я понял, что она 25% иногда бывает, когда ты апгрейдишь, и на 25% типа меньше использовала. А мне так это здорово. Даже если это просто есть шанс, но у меня бывала такая надпись появлялась. Возможно, это не на все предметы, но все же здорово. Так, раз уж все дело на то пошло, то можно будет и такой лук затестить. Также металлическая стрела. В общем, сейчас все подготовлю и уже посмотрим заодно и этот лук со стрелой. Хотя бы синий. Ну, вроде как все нормально. Сделал я... О, альфа-дилофазавр. Надо тоже завалить. Так, отлично. Альфа-дилку завалили. Сделал я себе хилочку. Твою мать, вывалился из гнезда. И что-то какой-то он не очень. Даже музыка подстать пошла. Ну, тогда он у меня был саблезуб-то не раскачанный, так что неудивительно, что сейчас он для меня уже как-то не очень. Можно было даже хилку и не брать, оказывается. Здорово. Надо вот этих всех, короче, еще от этих избавиться, всех говноедов, блин, которые мне тут мешают. Не, реально музычка-то подстать пошла. Он такой сначала, что-то я так на серьезе, а потом такой, ой, да ладно, такое фигня получилась. Да уж. Альфа-гигант, седло альфа-гиги выпало. Апекс трофей пак? Рэр пак? Ой, да ладно. Прикол. Прикол. Так, Рубик, это хорошо. Видите, я хилку-то я сделал себе, но раньше-то я был менее раскачанный. Давайте использовать. А-а-а, понятно. Это... Твою мать. Это что же фигня? Ой, да ладно. Щупальца туса тесситю... Туса Туса тетитиуса. Блин. Офигеть. Офигеть, реально, это здорово. Сейчас только надо вот это все... А, точно. Взять все, переместить все. И, кстати, мне теперь... И второго надо раптора. У меня два апекс костюма. Эх, просто надо хотя бы рапторов притомить. Потому что надо. Ну, седло альфа-гиги, это, конечно, прикол. Это еще тот прикол. И трофеи, ну, я понял, что это за, так сказать, апекс трофейки. Ну, и заодно и вы вместе со мной тоже поняли. За уропода.
Эй, алло, 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 тихо, тихо, ты чё там разбегался? Кого там валил опять? На кого там сагрился? Здорово, 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 здорово! Офигеть, я сейчас... Офигеть, просто! Не ожидал, конечно, но это прикольно. Это прикольно. Это пижарку бы притомить, она меня прикалывает. Ну, торпора слишком мало требует. Да и пока что не до нее сейчас. А, что я хочу? У меня же есть все-таки эта вся фигня. А, лук и все в таком духе. И я хочу теперь... Блин, мантисы бегают. Ой, 5 левел, фото, господи. 85 левел. Я хочу все-таки притомить же, да? Ой, ну, точнее, попробовать накинуть таковой интерпор, это мне надо, получается, альфача найти. Ну, альфача-то мы найдем, это не проблема. Благо, их много в этом мире. Вот, но проверить все-таки нужно. А самый лучший способ проверить это на альфа-динозаврах. Вот, поэтому я сейчас побегаю еще немного, поищу. Кстати, а у тебя там сколько торпора? 4600 всего. Вас ограбили. Ах ты гнида долбаная. А что ты там спер у меня опять, а? Наверное, эти рога. Я же все перемещал в инвентарь, значит, они у меня тоже переместились. Да, вот, не-не. Ну, кстати, еще органический полимер добыл. И скоро таким-то я уже добуду себе на какой-нибудь из элементов тег-брони. Надо просто альфачей побегать, поубивать, и все будет хорошо. Так. Что я? Что я хочу сделать-то? Что я хочу сделать? А, ну, на паузу поищу кого-нибудь, и уже попробовать накинуть торпорчик. Посмотреть, что будет, и так далее. И да ёб твою ж налево, да стой ты, ядрить, смотрите, опять ты на агрессию переключился. Бегает, он всех убивает. Беспредельщик. Точно, вспомнил, что я хотел сказать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я знаю, что мало кто досматривает. Во-первых, пишите, я досмотрел. И в этом же сообщении пишите, хотите ли вы, чтоб я снимал вот так, как я снимаю. То есть, ну, включил, короче, на записи, и когда что-то интересное, я показываю. Или же конкретно что-то, допустим, это бьет только, это бьет столько, там всегда. То есть конкретную информацию показывать. Или же делать... Блин, интересно, такой бугорок. Или же делать, как я, допустим, постоянно снимаю. То есть, показывать только конкретику, или же все-таки снимать, показывая то, что что-то было интересное. Для этого напишите там, допустим, показывать все подряд, либо показывать определенную тему. Или там, пока все подряд, либо конкретную тему, или что-то конкретное. Вот так и пишите в комментариях. Я очень на вас рассчитываю, так как вы мне очень сильно открыли глаза на то, что когда вы писали «я за», там «я за», всем, всем охота, был сезон именно вот с этим выращиванием. И я задумался об этом деле, так что... Возможно, на стримах будем выращивать, возможно, что-то как где-то. В общем, с выращиванием я понял, что вы хотите видеть видосы. Так что, вот и по этому поводу тоже напишите в комментариях, нравится ли такой, такой вид видео. Или же все-таки снимать конкретно по теме. Ну, тогда это будет, конечно, больше не ЛП, а просто тупо какие-нибудь гайды. Ну, в целом, суть вы поняли уже. Что, да как, да где. Так что я на вас рассчитываю. Ну, а я дальше искать вас. Авось кого найду. Не, ну это какая-то подстава. Ну, он не кормится. Возможно, из-за того, что он сагренный. Я не знаю. Ну, он не кормится. Козёл. Я даже этим говном обмазался. Он все равно не кормится. Не знаю. Чё за фигня? Слышь, беспредельщик? Ну, крантыш тебе! Ну, что ты? Ну, вот зачем? Ну, ведь 140-й левел. Ну, прикольный же такой был. Ну, че ты? Из тебя рафтер бы что-то убить 80-го левела. Эх, в натуре беспредел так беспредел. Ну и ладно. Облом так облом. В общем,
решил я потестить все-таки же на альфа-чах, да, и на каких альфа-чах, точнее, где альфа-чай лучше всего найти. Когда я поплыл, полетел к вулкану, то у меня уже были такие мысли, а как я, черт побери, буду хотя бы даже просто тупо приземляться и стрелять. И решил полететь в зиму. Соответственно, вернулся на свое же старое место, и вот. 50 тысяч торпора, ну, допустим, 50 тысяч торпора, да, это очень даже немало. И я хочу посмотреть, хотя бы его я смогу на него накинуть торпор, или же нет. Мне это очень интересно. Так, секунду. Так, все, погнали, там кошку выпускал из комнаты. Так что ничего серьезного. Так, нужно встать так, чтобы можно было в любое время сорваться. Ну и попробовать, желательно с первого раза попасть. И чтобы было без лагов. Давай, лети! Твою мать! Какого фига? А, у меня труба долбанная включена. Господи, я думаю, какого фига, блин, я не могу переключиться. У меня странная труба включена. Ну, в общем-то, я вам так скажу, нифига там немного торпор накидывает. Около где-то 25 тысяч торпор накинуло. При всем при этом у меня сейчас фиолетовый лук. Но, с другой стороны, 25 тысяч вольфача просто тупо со стрелы. Альфа Кицаля уже будет томить намного легче. Но все-таки богомол с вот этим шокером намного лучше. А это всего лишь навсего был синий шокер. И богомол был не альфач. Так что есть смысл поискать богомола. А также, ну, есть смысл потестить Tranquil Пику, благо у меня есть желтые две штуки. И в целом уже затестить, ну, все-таки, что же лучше? Хотя бы с руки, что ли, потестить. А на ком опять потестить-то? Блин, опять сюда лететь. Ну ладно, потестим мы все это уже тогда в следующий раз, потому что туда-сюда летать я уже точно не хочу. Да и серия вышла очень длинная. Все, на этом уже сегодня все. Какая-то вот сумбурная серия получилась. И того немного, там, сям. Но в целом я вроде бы все, что хотел рассказать, я уже рассказал. А самое главное, я сравнил, что же все-таки лучше. Ну и, как я уже сказал, на данный момент для меня все-таки вот этот электрошокер самый лучший вариант. Почему? Потому что, помните, насколько он у меня был израсходованный? Ну, примерно с десяток-15 ударов был израсходован. А на починку нужно было один полимер, одна цементная паста, один органик фил, или как она там, и 9 металла. Прикиньте! Это все, что нужно было на починку. То есть чинить его очень легко. Да, как бы всего лишь 50 ударов. Но с другой стороны, если его апгрейдить, да, на апгрейды требуется много всего, в особенности цементная паста. Но если это все дело апгрейдить, и это будет штука очень даже незаменимая и очень даже полезная. А тем более в руках богомола. Ну или что там у него. На этом все. В общем, пишите также свое мнение о том, что такие серии выпускать или, то есть, включил, показал, опять пауза, включил, показал, опять пауза. Или же все-таки показывать что-то конкретное, потому что данный вариант это летсплей, то есть, давайте поиграем, что-то типа того. А есть еще вариант это показывать конкретно конструктив. То есть вот Expansion Core, да, допустим, чем можно томить на Expansion Core, и вот туда рассказываю. Ну, так сказать, и немного практики. Напишите в комментариях, как лучше, и уже от этого будем
отталкиваться в следующие разы. Ну и все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, если впервые на моем канале. О, Мишенька, точно, не показалось. Если впервые на моем канале, не забывайте подписываться на канал, конечно же, поставить лайк, если все-таки это вам понравилось, или дизлайк, если это не понравилось. Ну и написать в комментариях, что вы думаете по всей этой серии. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра, всем пока.